Что за... Лучше не привлекать внимания. Saat? Right position, Gere. Yes. No.
Да. Я тебя накажу. Охранять нашего неба! Я все сделаю! Не пытайся мне угрожать! Ока Гора. Что он открывает? Стража держит ухо востро. Тебя!
Сдохни, тварь! Ничего нет. Вроде здесь. Кажется. Выходи. Боишь? Thank you.
Хергеру? Тревога! К оружию, братья! Дедук, а не крает. Хорошо охраняется. Беденук, а не крает.
Эй, Миджай! Миджай, сюда! Что ему от меня нужно? Согласишься ли ты взять меня в свои попутчики? Я возьму новое имя. Может быть, Тутмос Ужасающий? Я странствую один. Ну да. Слышал, что стряслось во дворце. Там всюду кишат крокодилы. Кошмар. Столько погибших. Меня наняли убить этих тварей, но кто-то подливает кровь в воду, чтобы разозлить их. И тебе нужна помощь. Да, да, ты перебьешь этих крокодилов, словно надоедливых мошек. Убей чудищу дворца, и я поделюсь с тобой наградой. Что скажешь, Меджай? Похоже на простую работенку. Я знал, что ты не откажешься. Меджай могучий, Меджай великий, Меджай... Неважно. У северной границы города есть грот. Встретимся там ночью. Стой! Грот. Благородный народ. Чудная рифма. Я верну позже. Вот. Кажется, тут достаточно крокодилов, чтобы Тутмос ухватило. Хватило. Крокодилов. Ну вот. Говорю, как Тутмос. Нек. Сам бог крокодил не устроил бы здесь такое. Они свирепее, чем обычно. Приветствую! Приходи позже, когда зайдет солнце. Твоя жизнь проста, да? Путешествуешь, все видишь. Она... Во дворце.
дворце просто не продохнуть из-за мертвых. Ты видел? В бассейне разорванные тела, чтобы привлечь крокодилов. О, ужас! Зачем? О, зачем злодеи творят зло? Я успел увидеть, как два человека погрузили трупы в лодки и отплыли прочь. Я должен положить этому конец. Без сомнений. Мой дорогой Меджай, как твой верный напарник, я скажу тебе, где эти злодеи. Один пошел в сторону дворца, а второй отправился в храм мумификации. Половина награды, как и обещал. Встретимся около лодки. С другой стороны, Тутмос уже с... Position گرفت. يا هيرو خسفت عاتمو. كيف هي افيو؟ وهس ان وات. يا نومس نيو جريان. باي بوزيشن گرفت. Расскажи мне о Натрите. Им засыпают покойника и оставляют на 40 дней. Потом его омывают вином и оборачивают. Если хочешь, взгляни на тела во дворе. Анубис, мой проводник, а тот, кто даст мне упокоение, бог в образе льва, бог пойдет меня. Это сюда доставляют тела? Да, это врата Ибу, место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают слезами, что пролили боги над мертвым Осирисом. Или просто водой. Кто знает? Как скоро сюда приносят тела усопших? Спустя пару дней. Тела не приносят сразу, чтобы у нас не было искушения их осквернить. Теперь ясно, почему тебя назначили встречать скорбящих. Что ты здесь? Да-да, знаю. Хочешь узнать, что я делаю? Омываю тела усопших. Тружусь. Вот уже 10 лет.
Расскажи о своей работе подробнее. Ладно. Омываю тело пальмовым вином, а внутрь кладу миру и кору кассии. Хочешь знать больше? Читай Геродота и не мешай мне. Отец лжи? Слышал, его переоценивают. Теперь дети Себека успокоятся. Position, Gerech.